Но написано «мудрость, сходящая свыше». И вы помните, какая она? Во-первых, чиста. Потом мирна. Потом скромна. Послушлива. Вы знаете, эти каждое слово стоит отдельно разобрать. Сегодня многие что-то добиваются, что-то хотят. Кстати, и в нашей христианской среде иногда не переслушаешь. А он такой, она такая, они такие. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна и потом скромна. Хотя бы эти три вещи. И уже было бы вполне достаточно. Потому что скромность – это скромность. Мирна – это значит человек, который мирный, который не ищет вражды и конфликтов. Чиста сама за себя говорит. Я думаю, что если бы так проверить свое сердце, мы бы просили у Господа: «Господи, научи! Научи так относиться к данному Тобой времени, чтобы эту мудрость приобретать. Чтобы все, кто с нами общается, сказали: это мудрый брат». Это мудрая сестра. И, к сожалению, иногда мы слышим другое.